сержант Кувалда Силиум. Зармонина Аварак на Зармоне. Зармони на Авараке. Гранд Пакет на Муфурионе. Полик Поилк на Гулдане. Так, красные команды наши парни. Мопсио на Джованни, Завагидра на Заре, Индивенди на Вале, Лунар на Урели. Кстати, он все на Ствинка играет, не перешел. И Айскрим на Атрале. Битва скоро начнется, и время вырубить музычку. Так, отлично. Кто-то балует? Что это такое? Это странные так, звуки. Как бы сказал Аларак, наконец-то этот матч начинается. Наконец-то. Но он в тот же билд все-таки, опять же. Урон. Ну, кстати, Джоанна взяла сферки. Сферы, но он в прошлый раз тоже со сферами играл. Да, но тут... Здесь, в принципе, их стакать-то быстро. По лайнам бегаешь. Да. О. Ну, я все-таки ожидал немного блоки против Амара. Заэли нету. То есть у них, я так понимаю, замена. Замена? Да. Сразу пошла стяжечка, небольшая мясорубка. И подлагивания аж пошли какие-то. Все в порядке, кстати, мне тоже не подлагало. Но, ничего страшного. Размен по ХП, сразу перетягиваются все по лайнам, а Ларак будет стоять против Трала, в принципе, хорошее решение. Потому что у Ларака есть отхил, кстати, на него выдвинулись. Но промахивается сайленсом на Зермоне, и минус ошибся у нас. Допустим, Айскрим далеко все-таки полез. Даже Айскрим играет, ошибся. Да. А на Заре у нас Гидру все правильно. Гидру прогнали. Гидра, кстати, решил здесь не в пубилд играть, как в прошлый раз. Решил он пойти в стандартный, через сверх. Ой, ВКБ выкат по Индивенди. Смотри, Аварак вытягивает. И моментальный минус. Какая же хорошая комбинация. Да, это сильно. Аларак, да, сразу очень много. И это уже два фрага для ИИ. Да, и уже преимущество половина левела промахивается сейчас с флешка с Аларак. Так, по кристаллам. Да, у нас на 10 кристаллов впереди. Эксцелент Селесиона. Опять скрывается на Айскрима. Второй уже. Как же комбинат? Айскрим? Умирает. Слушай, очень красиво они играют. Ларак решает вопрос. Да, я бы как бы матч в одну калитку не прошел с такой сильной игрой. Да, показывают себя эти ребята очень хорошо. Я говорил, что эти парни серьезные. И в прошлый раз играют фавориты. Как они роумят, гангают прям, ух. Да, через ETC Аларак вообще стянул, дал сайленс, продамажит, но, вот оставили, вот сейчас надо. Хотя, скорее всего, они хаммера оставят на топе просто, 1-1 стоять. Айскрим уже просто не выходит, стоит такой ворот. И влетает опять в зарю, пошел по ней сайленс, корни. Корни, но... КБ, если бы вытолкнул, было бы все лучше. Ну, и так, кстати, капкица. Ну, мы эту карту, кстати, не видели. В лишке, опять же. Недавно так ее вернули в ротацию. Да, вот сейчас не в ротацию, сейчас все вернули карту. Да, да. А за счет машины войны как раз-таки порезали. На новых картах больше играть, но теперь вернули. Стоит спокойно танк, раскладочку лупит, но при этом он теряет тауэр, но все равно преимущество в половину левела. Есть на сдачу уже у ИИ, они будут сдавать? Сдают, да, на боте еще, на боте. В принципе, сдача есть, пока они не торопятся. Да. Хаммеру надо как-то подсаппортить в этом плане. Да, или они хотят все-таки левел на седьмом левеле сдать. Ну, конечно, у нас обычно, по-моему, ближе к пятой минуте сдают или что-то. Хотя вот нет, сейчас, нет, все сдают. Спокойно зонят, там сейчас БКБ играем. Нет. И пошла сдача. Первые пауки со стороны ИИ. Сейчас Хаммер будет постреливать вместе с ним. Если ему дадут. Так, БКБ. Решился. Ой. Раздел.
поддержку. Все. Убит. На боте, кстати, уже нету стенки и башни просто. Да, Лорак стянул. Начинает размениваться на сайскрин. Размен равненький, но хороший отхил все-таки. На топе основной махач 4 на 4. Хаммер разложился, сейдж МД, сильно стреляет. Хаммер в СДЖ спокойно расстреливает стены, ДЛРА, минус 2 тавра. Оп. Кстати, 4 в 3 подтягивает его Ауриэль. Да. Ауриэль? Забирает. Хорошо, отлично. Делаем зря томить дефлет. Ну а Хаммер просто уже себе спокойно стреляет. Я думаю, можно отойти сейчас. Стоп. Дилэнди бэкает. На мид еще полк, но опять же, еще тавр, скорее всего, должен падать. Так, Трау будет на миду пытаться что-то сделать. Все стенки первые уже упали в команду Драконика. Уже Форд ломает просто танк CG. ПКБ зоне. Полк. Я думаю, еще пару тычек можно уходить. Уровень перекачат для ИИ. Как же Хаммер стреляет. Так, подтягивает враг. Мясоруб на боте все так же и продолжается, но да, ее уже начинает выигрывать айскрим. Все-таки сустейна у него больше, чем у Алара. На миду что-то происходит? Не, ничего не происходит, оказалось. На миде, как всегда, вот эти ротации просто крипкил. Танкоп и уехал. Зарма их светит пробит. Не поймать этого. Кстати, он взял, да, он взял сверхохлаждающее устройство, которое 15 секунд КДЗшки у танка, это супер. Он, кстати, играет через свет. Лишний отхил не помешает. Стягивает враг. Да, ну, конечно, в принципе, очень хорошо был стакает. Смотри, у него уже половина. Ну, сейчас есть у команды Гидра на сдачу. Нельзя им давать сдавать. И скоро 10-й там уже получится. Там еще не хватает. У них вообще уже 80, 38 умов, всего 27 гидры. То есть они все собрались. Если кто-то погибнет, это будет КП. Печально. Богатые желаны. Нужно найти где-то момент как-то, но как его найти? Постоянная ротация, никто не достать. Прыжок со сцены все-таки. Напалмовый удар, контрудар, спокойствие и ужас. Значит, не Сава, а хил у Малфурина. Да. Решили, что так будет им удобней. Знаешь, прыжок, если пойдет, вот это замедление, что пойдет Супир, это будет жесть тоже. Угу. Силю не сдает. Запустили пак Гидра. Пошел Сайлент, Валу, просто половину здоровья. 2 скилла, минус пол хп у Валы. Очень сложно против Валара, таким ватненьким персонажем, тоненьким. Также, если, например, поймают Лунарна, то он не успеет просто никого захилить, не успеет дать кристалл Варгарут. А это мы очень... видим, вот играет на Алараке-то на про уровне, пикают. Аларак вообще. Десятый у наших парней. Это кристалл, раскол, щит. Так что это у нас? Гравитонный его... импульс у Зари. Гравитонный стяжка. Импульс, да. В принципе, стяжка плюс там Джоан, и потом туда можно станчик Вали, в принципе, ого, взять. Потом... Опять запустили ткачей ИИ. Диленди не взял ультимейт, но я думаю, что это все-таки дороже. Этот... тоже обстрел будет неплохо. Так, ну... Гидропоника собрана. Они взяли и сдали второй раз. И да? Дают сдавать просто гидропоник. Сейчас будут кушать мид. Пока топ дефуют и смещаются на мид. Да, Селен Селесремна. Хаммер разложился. Напихивает форту. Сейчас, возможно, будет какой-то файт. Раскол. Раскол был, да. Не, мимо. Ну, Хаммер успел уехать. А кого-то, может, и задело, но... ETC влетает. Заря стягивает. Стягивает. ETC контролит троих. Как же сильно. Ужас. Корни. Дорожка отвала. Кристалл. Проблема у Руана. Не отпускают мобсы. 50 камней. Посмотри, 71 кристалл. Ну и скрим, да, часть подобрал. Проблему гидры, смотри, бодиблочит и БГБ. Тяжко, сайлент, спешка. Минус 2.
13 уровень. Эксцелент Селесиона. Это минус 2 форта уже. Они очень жестко варят. Только грант пакета со мной. 13 уровень. Отупение, убийца великанов, невидимые путы, ледяная глыба и камень здоровья. Открывает и расталкивает, очень мало. Ой-ой-ой. Айскрим живи. Джоан прижимает дэшку, зонит. Промазал у нас сейчас тиммейт Маларак. Так мог кого-то и застрелить. Потому что вот она там где-то урон сделал. Чуть меньше, потому что он брал таланты. Отбились. Пытаются сдать на топе, смотри, бегут. Гидра. Да, Айскрим, 71 камушек, им бы одному сдать, и все, остальные просто могут дефать. Да, все-таки они не успели сбить никак. Кстати, врыв Малфуриона, но он сразу прожимает. Да. Пошел за место. Отхил. И Тесси влетает. Мимо. Да, я надо чуть вперед давать. Они кстати, проблема у Нарна, они большие, щитоком кидают зря. Слушай, а моб сюда загулял, он сейчас... Ой-ой-ой, моб все это загуляло. Этот Таларак хорош. 7-0. Как-то он сказался, отделен от своей команды. Его убили. И могут сейчас у нас закончить. Ткачи есть на минус 1, но нет 13 уровня. Тяжело. Тем более, ладно, по какой-то минус 1, а это по сути танк. Очень тяжело что-то сделать. Как быть? Зарма неспокойно идет на топ, что он пушить будет. У Зари 0 эскейпа. Валы там. Такое себе тоже. Право, только скор. Пошли корни наперед. Чтоб никто не прошел. И уже так что это было? Только на боте. Его, скорее всего, даже депать не будут. О, щиток, дорожка. ПКБ. Придется отходить. Подтягивают. Гудан. Но здесь сейчас просто разойдутся команды. Скорее всего, сейчас ЕЕ пойдут на бота дефа кача. Да, на преимущество в балл-левела на данный момент у нас. 7-0 счет по килам. 6-4 по фортам. Все, ткачи задефано. Нужен 13-й какой-то файт. Нужен очень срочно 13-й. И TC в двоих контролях, корни, зармани, сбивают TC. Прыжок со сцены в Лунарна, получает спавну из ПКБ, замедлен, его бьет. Так, вы братку пошли? Хир? О, Вала бежит, TC контролит. Минус Вала. Корни. Джоан в дэшке бежит. Да, отлично, еще Фир был, тогда Валу прям в бок откинула. Да, и Вала просто пошла, ну, почти идеальный, конечно. Он пошел прямо на них, сторону, но это все равно хватило. Ей следовало бояться врагов, но она пошла прямо на них. Рака, это куча урона. Минус 3 форт. На 13-м левеле, говоря, у нас Аларак взял замедление с телекинеза на 40%. 16 уровень. На 16-м я не знаю, вот возьмет ли он раньше, или он возьмет все-таки ешку, которая в центре наносит больше урона. Точнее, забирает свой пак. Гидры. Да. И снова запускает ткачей. Вот это третий ткачей. Уже третий. 3-1 по ткачам. Ну, посмотрим. В принципе, посмотри на боте. Половина ПП осталось. Алара, кстати, еще не взял палату 16. Врывает у нас моб. Пошел по нему сайленс. Не взял еще. Стяжка, корни, ТС летит мимо. Не получилось законтролить. Но моб все теперь проблема. Сайленс пошел специальный отбор. Моб все еще жив, но его сразу же притягивает. И трал попадает ему с корни. Лук, говорят, тебе плохо слышно стало. Подромче говорю. Проседает. Гидра умер. ПКБ. Что-то его захилило. Даже не знаю, что он выжил. Трал это. Боль. И пушится мид просто. И по топу, и по боту, и по топу, все пушится абсолютно этими ткачами, я не знаю, что там скажу. Скорее всего, здесь одна, а то и две стороны. Ну, 11-0, да, 17 в 14. Три левела преимущества. И Аларак, смотрите, он еще даже не знает, что... Значит, спорт на миду, так Джоанна контролит, но сразу пол хп потеряет.
Скажите, кто-то Алараку, чтобы он взял талант. Барак. Он, наверное, кликнул, он не прокачался, бывает, уже взял щиток. Вот, прокачал все-таки, он взял дальность. Так, минус второй. Пошел стан по Гул'данус, должны Гул'данус... Стяжка, стяжка, ну, будет у вас что-то. Хорошая стяжка, хорошая дорожка, но все равно падает Вала, падает Уриэль. Слишком велик перекач. Минус, минус 3. О, он уже не в сухую. 4 в 1. Ну, скорее всего, просто пойдут на кору. Кора. Команда. Джоанна топ дефит. Ну, тут не то, что деф, он просто. Yeah. Это ГГ уже 100%, который по-любому падает. Ну ладно, надеемся на второй бой. Фир. И ГГ выходит 1-0 в пользу Excellent Lesion. Брависсимо. Очень сильная игра. Прям нереально жесткая. И летит такой всадник и смеется. Ахаха. Печально. Красавчики. Так, по урону кувалда 56 тысяч. А нет, слушай, не в сухую. Там же все-таки эти силы. Не, одного забрали, да, эти силы умер. 15-1. 15-1. Кувалда 56 тысяч. Кулдан 43. 30. Смотри, у них... Просто у ИИ топ-3 дэмэджа. Кувалда, Гул'дан и Аларак. А там максимальный дэмэдж 29 тысяч вала. Потом идет 25 трал и 22,5 заря. О, как-то это прям... Дэмэджа не хватило. Это прям жесть. Как же жарят эти ребятушки с Сайленсом. Еще и Мауфурион на хилях в два раза больше, чем Аурели. Просто... Просто посмотри, там пойлка в муте, гранд-пакета в муте. И мопси в муте. И мопси еще, да. Вот так вот. Что ж, ждем второй бой.